Открытие нового офиса Европейского центра банка во Франкфурте на Майне стало поводом к протесту против политики ЕЦБ. Акция, организованная движением «Блок ЮПАЭ», завершилась беспорядками и столкновениями с полицией. Более 200 человек, из них 94 стражи порядка, получили ранения. Еще около 550 демонстрантов временно взяты под стражу. Протестующие бросали в сотрудников правопорядка камни и поджигали полицейские машины. Для разгона толпы полиция применила водометы, слезоточивый газ и дубинки. Один из участников протеста объяснил журналистам, почему он вышел на улицу. Прежде всего, я думаю, что здание Европейского Центробанка является символом политики этого финансового регулятора и силовой политики капитализма. И очень важно, что столько людей из разных стран пришли сюда, чтобы выступить против этой политики. Во второй половине дня на улице центра Франкфурта на Майне вышли, по данным полиции, 17 тысяч демонстрантов. Организаторы заявляют о 20 тысячах манифестантов. Новое здание Европейского центрального банка расположено во франкфуртском районе Остен. Строительство офиса обошлось в 1 миллиард 300 миллионов евро.